Здравствуйте, ваше благородие. Губернатор по дневному времени в ратуше разбирает бумаги, оставшиеся от предшественника. Что вам угодно? Что вам угодно? Корабль? Ждите. Только учтите, и месяц можете прождать, и два. Торговцы к нам редко заходят. Прибрежные воды кишат пиратами. Губернатор Альвара. Повелеваю немедленно подготовить разящий к отбытию и снарядить всем необходимым для затяжного плавания. Идемте, рыцарь, поглядим на разящий. Доставляем морем и посуху! Ишь, трудится без продыху! Ни сна ей не нужно, ни обеда! Нынче у нас в форте закон военного времени. За контрабанду и разбой виселится без суда и следствия.
Приехали меня судить, как обещал губернатор Альвара? Помилуйте, ваше благородие. Идемте. Я не виновен. Молчи, Баламас. Упустил галеон, так молчи. Идемте, рыцарь. Покажу вам все как есть. Вот он, разящий. Ни пушек, ни парусов, ни даже мачт. Палубные доски и те отодрали и продали. Ну, как вам разящий? Губернатор де Миранда, подонок, распродал по частям весь форт. По бумагам, по гаузе... Словом, ждите торгового судна. Если... Де Миранда разве что портовый якорь не продал. И то, потому что унести не смог. Командора после всего этого в капитаны разжаловали. Пираты ночью явились. Пока спохватились, глядим, гордость Лютерии уже в середине бухты. Говорят, гордость Лютерии ходит вдоль Акронийского побережья. Выслушайте, ваша милость, прежде чем отдавать под суд, я не виноват! Нынче у нас в форте закон военного времени. За контрабанду и разбой виселится без суда и следствия. Кто знал про то, что на пристани охраны не будет? А каждая собака знала. Форт маленький, все свои. Матросы и стражники как... Слыхали? Инспекция приехала. Уже и в ратуше были, и на пристани. Конец командору Баламсу. Теперь не то, что в капитаны, в матросы разжалуют. А галеон опять в бухте у побережья видали. Видите, вы всего ничего, как приехали, а о вас уже судачат. Говорю же, слухи здесь разносятся быстрее, чем чаячий крик над водой. Да выдохлось все. Королевская инспекция. Поболтаем. Только и Генри с пересохшим горлом болтать не привык. Выдохлось. Не привык. Еще бы оно не выдохлось, если весь день одну бутылку сосать. Эстрадный вкус у этого пойла. Складно завет. Жизнь моя воль. Ну, дело твое. А я выпью. Фогель, бутылку. Жизнь моя вольная. Что там, нравишься ты мне, инспекция? А что-то меня штормит. Thank you.
сломался, голубчик. Сейчас крикну подмогу, повяжем. Завтрашний рассвет встретит в петле, потому как указ губернаторский вышел пиратов вешать без... Что-то палуба качается. Или это я? Ножи точим! Вострим сабли! Нынче у нас в форте... Я еще уже так сижал, не спустил. Чем тебе повышать? Доставляем морем и посуху! Позвольте, позвольте. Ко мне сегодня уже приходил капитан гвардии. Вот точно с такой же просьбой. Пороховой склад, облава и даже... Кто рискнет попробовать? Плачу 10 золотых!
Запугать меня решили? Ха, не выйдет. Я им не Демиранда. Теперь в Форте Ройал совсем другой порядок. Отсюда не сбежит. Подозрительное все это. Схватили мы с ребятами еще при Демиранде пирата. Отвели на зады Пакгалла. Руки в руки, ребята! Долго это пытались ты? Убедить, чтобы выдал своих. Рожа уже лиловая месть. Выдали нас. Глаза затекли. А он щерится сквозь выбитые зубы. Кровь презрительно отхаркивает и молчит. Один так раз я с тобой ничего. Уже поговорил. Ничего хорошего не вышло. Ну, грозись, грозись. Хуже виселицы уже ничего не будет. Ладно, инспекция. Терять мне все равно уже нечего. Спрашиваешь, почему я капитан? Не берите в голову. Пираты — трусливые мерзавцы. Это только в романтических балладах пишут, что они друг за друга горой. Поглядите лучше на портрет, который мы составили со слов этого Генри. Личность известная. Капитан Джана Чернозубка, гроза островного архипелага. В наших краях недавно. Губернатор объявил облаву. Схватим всех. На юге уже идет облава. Не уйдут! Мы с пиратами дел не ведем. У нас деревня честная. Контрабандистов нет. Пауло не возвращается. Брат мой, Пауло, поутру в море вышел. В море ходит. И нет его. Поспрашиваю. Подойдет. На юге уже идет облава. Чешем весь лес! Не уйдут! Спасибо вам. Солдаты уже хмурились. Потребовали бы серебро назад. А чем мне отдав к Августе надо бы сходить? Не поспи... Паула-то?
Приходил поутру к моему Хосе. Шептались. Разобрал. Идем, Кармела, поможешь. Ставь котел, дочка, помогай. Ну так слушайте, пока закипает. Я сама, когда Хосе мне все это рассказывал, чуть не закипела заново. Жаль Роситу. Пропадет ее Паулу. Как там Хосе? Рука у Агуста тяжелая. Спасибо вам. День добрый. Кузина лучше всех в деревне готовит. Славно Аугуста стряпает. А как же, я учил. Ох, Паоло, парень добрый, открытый. И поет лучше всех в деревне. Но лентяй беспутный. Рука, мол, болит, вывихнул. Всю жизнь искал, где полегче. Прочешем весь лес! На юге уже идет облава. Не уйдут! Приказ, брать... Говорите, переодет пиратом. У нас облава. При какого же ума надо быть, чтобы сейчас пиратом переодеться? Глядите, не ваш? Я их лиц не разглядываю.
Задним гнались, да упустили. В красных обмотках? Да они тут все такие. Не надо. Не трог. Глупость я затеял. Почти сразу понял. Иду, а сердце в пятки и колени дрожат. Думаю, а ну как поймут, что я ряженый. А ну как решат, что я утопил пирата. И всадят нож под ребро. Здравствуйте, ваше благородие. Говорят, нынче закон стал строже. Всюду облавы. И хорошо. Сами настрадались от пиратов. У нас все как положено. Бумаги выправлены. Везем. Вот оно что. Гляжу, губернатор сменился, а порядок прежний. Кто у власти, тот и вор. Что ж, делам это только на пользу. Верно я говорю? Подскажете дорогу к... Дай-ка разглядеть твой жетон поближе. Вот, значит, какие дела ведет мой... Правильно я понимаю, конец Агилару накрыли? Ну-ну. Плакать не стану. Расскажу, что знаю, если отпустят. Губернатору я не нужен, а мне крови нет. Бери, что хочешь. Мне все равно не унести. Вот и славно. Вяжите его и на допрос.
накрыли с поличным. Нехорошо получается. Вы лежите мне совсем его. Не я так обещали. Слишком поторопился. Про сделку можете забыть. У нас действительно ничего нет на этого мерзавца. Бумаги настоящие, в бочках только ром. Бутылку? Неужели отпускать? Это просто смешно. Неужели разве выкрутится? Накрыли нас, а? Агилар все на нас валит. Так и знал. Ему что, выкрутится? На худой конец отсидит в теплой кане. Бухта черепа. Ваше благородие, я чего вернулся? Я в подкладке жилета бумагу нашел. Размокло немного, но и метку пиратскую, и подпись видно. Агилар. Вдруг важно? У меня даже страх прошел. Еще один охотник за моей головой. Ну давай, подходи!
проклятие бурного черепа! В кандалы ее! Будет сопротивляться, прикончить! Подождите, Альваро! Ваше Величество? Корабля в бухте нет. Она нужна нам живой. Ты знаешь, кто я такая, король? Приемная дочь черного Уинслоу, убитого каракатицей Крюгером. После его смерти стала капитаном. Обвиняется в разбое и похищении Галеона. Так значит, все дело в корабле. От этого корабля зависит больше, чем ты можешь представить. Повесив меня, ты его не вернешь. Выбирай. Твоя гордость или гордость Лютерии? Вынужден сказать, Галеон. Я отдам его тебе в обмен на голову Крюгера. Давай руку. Поставлю метку, чтобы свои не тронули. Не бойся, временную. Спиртом ототрешь. Или ромом. Благородная пиратка? Будьте осторожнее. Не думаю, что ей можно доверять. Мы лишь временные союзники. Значит, решено. До встречи. Я буду ждать новостей в Форте Ройал. Его Величество прозорлив. Пиратская война нам на руку. Пусть режут друг друга, а мы в свой час разберемся, как поступить с победителями. Идите. Там на западе наш форпост, а за ним уже дикие скалы. Я поведу вдоль берега отряд на лодках. Разберетесь, подайте сигнал, куда и когда бить.
За скалами их земля. Следить в оба. Теперь мы в союзе с пиратами? Да ну! Ха. Рано я радовался, что губернатор Альвара из неподкупных. Вы это только парням моим сами. С пиратами, но лучше самому в петлю. Помогать пиратам? Можете разжаловать, ваше благородие. Можете, делайте, что хотите. Препятствовать не стану, но и помогать не буду. Мне 10 годов не было, когда эти сволочи затопили наш рыбацкий баркас. Просто так затопили, из злого веселья. Потому как брать с этого баркаса было нечего, кроме старых сетей и бочки сельди. Еще шаг выпотрошу, как свинью. Интересные дела. Ну-ну. Надеюсь, ты не врешь. Жаль будет портить такое хорошенькое личико. Проходи и осторожнее. Эти леса кишат.
Вот дает, Джана. Крюгер убил капитана Уинслоу подло, ножом в спину. В убежище, где стычки под запретом и даже оружие нельзя носить. Совет баронов объявил Крюгера вне закона. Тогда Джана сказала, что пойдет на юг. Либо не вернется совсем, либо приведет подмогу. Сдержала слово. Обалдеваю я с нашего капитана. С такими силами мы могли бы взять главный лагерь каракатиц хоть сейчас. Не отстаю, тысяча чертей им в глотку. Сели на хвост, никак не сбросить. Уведу их подальше от Бонни, а там будь что будет. Она нашла лазейку в лагерь. Попытается освободить наших, если они там. Чтобы сгореть в Фетронийском аду. Джек был славным малым. Клянусь, они ответят за его смерть. Стоять! Выпотрошу, как дохлую акулу! Да ну! Значит, Джана выторговала у короля Лютерии армию в обмен на его собственный галеон? Красотка! Одно слово до черного Уинслоу! Вот из-за такой ее дерзости я за ней хоть в огонь, хоть в воду, хоть к морскому дьяволу впасть!
Патрика. Добыча сама. Интересно, во сколько губернатор оценит твою жизнь? Скоро выясним. Я видела за мысом лодки с солдатами. Теперь вместо облавы будут переговоры. Получаешься, что это свои? Ну-ну. Станешь рядом и руки так, чтобы я видел. Если губернатор выкинет какую-нибудь глупость, выпущу тебе кишки. Облава! Болван, это наш подмога! В атаку, в атаку! За Джану и Черный Клык! Твоя удача, можешь идти. Лагерь наш! Лагерь взят. Поздравляю с превосходной операцией. Мои люди тем временем... Превосходная операция! Никакого штурма. Почти. Там пленные из Черного Клыка. Ударим. Увидимся на месте! Thank you.
валим отсюда! Вот мы и встретились, мясник. Скучал? Чернозубка! Мне нужен Крюгер. Где он? Ты опять опоздала! Отвечай на вопрос! В бухте смерти! Он ставит паруса! Каракатица готова выйти в море! На этот раз я не дам ему уйти. Если он уйдет, то затеряется среди островов. Пройдут месяцы, прежде чем я снова отыщу их. У нас мало времени.
Я не из тех, кто отсиживается за спинами солдат. Идемте, возьмем этого Крюгер. Вперед! Пиратский город прямо у меня под носом. А вот и каракатица. Готовится рубить канаты. Пойдут под белыми парусами, как торговцы. Чернозубки не видно. Что ж, надеюсь, это не ловушка. Отбывают. Успеть бы им. Пощадите нас! Умоляем! За меня дадут выкуп! Золото! Шелка! Жирного на борт! Остальных акулам! Все на борт! Приказ капитана! Мясник Уоллес мертв! Сюда идет девка!
Все напялили одежу. Рубаху бы. Промозгло в этих пещерах. Ничего, сейчас согреешься. Ну, двинули! Устроим им диверсию. Это их задержит. Руби канаты! Полный вперед! Ну, кажется, успели.
Ну вот и все. Крюгер в море, а Чернозубка не пришла. Что-то мне подсказывает, больше мы не увидим ни ее, ни гордость Лютерии. Не стоило идти на сделку с ним. Wow.
Готовься, Крюгер. Пришло время расплаты. Это вся твоя команда? Выходит, я зря бежал. Наша война обошлась тебе дороже, чем мне. Скажи-ка, ты по-прежнему не расстаешься с картой? Отлично, я заберу ее с твоего трупа. Все это было из-за карты, ублюдок. Он твой. Закончишь? Принеси мне голову. Хочешь встретиться с капитаном Рослоу? Еще никто не брал Крюгера на абордаж! Король Лютерии выполнил свою часть сделки. Я выполню свою. Эта корыта вот-вот потонет. Поднимайся ко мне на борт. Извини, оговорилась. К себе. К себе на борт. Это твой галеон. Отведу корабль в форт. Отличный галеон. Жаль расставаться. Впрочем, черный клык мне всегда нравился больше. Капитан! Форт Ройл прямо по курсу! Давно я не заходила в порт среди бела дня. Надеюсь, нас не встретят пушками. Пираты в форте! Где же стража? Я обещала уйти из этих вод, и я сдержу слово. Меня здесь больше ничто не держит. Но я хочу дать тебе кое-что на прощание. У отца было. За этой картой рано или поздно кто-то явится. И будь я проклята, если поставлю под угрозу черный клык. Я отказываюсь ее хранить. Я слышала, белая Эйша как раз ищет работу. Возьми. Хочешь, сожги ее. Хочешь, отправляйся на поиски источника. Мне все равно.
Где вторая половина, я не знаю и не хочу знать. Крюгер забрал ее у отца, но при себе ее у него не было. И запомни, корабль делает команда. Найди хорошего штурмана. Гордость Лютерии? Отличное судно. Я проведу его через любые рифы, капитан. Можете на меня положиться. Кажется, все верно. Ты не пропадай, заглядывай. Хотя бы на королевскую свадьбу, а? Думаю, она не за горами. Погуляем, как принято у нас в Загорье. Без церемоний и поклонов. Не так уж велик этот мир, если верить карте на моем столе. Всего-то 5 локтей на 10. Как видите, в форте Роял уже перемены. К пристани подходят первые торговые суда. Дайте время, отстроимся, укрепим оборону, восстановим флот и наладим морские пути. Теперь здесь начнется новая жизнь. Знаете, куда держать путь? Тартоик? Источник силы и вечной жизни. Пожалуй, все сходится. В добрый путь! Вас ждут далекие и опасные земли, чужие берега. Но куда бы вы ни отправились, вы всегда останетесь рыцарем Лютерии. Я верю, первозданный свет укажет вам дорогу и защитит от бед. Но если вам однажды потребуется помощь, позовите, и мы придем. Лютерия помнит. Слава рыцарю! Слава герою! Паруса поймали ветер, капитан. Самое время выйти в открытое море. Я проведу вас через рифы, если вы возьмете меня в команду. Лютерии — отличное судно. Королевские корабелы знают свое дело. Но со временем его обшивка начнет изнашиваться, и нам придется зайти в порт на ремонт. Thank you.
Не все грузы опускаются на дно. Среди плавучих обломков кораблекрушений тоже встречаются ценности. Собирайте плавучие грузы. Они помогут заполнить шкалу полного хода. И не упускайте пиратские дублоны. Они необходимы для торговли с купеческими кораблями и найма моряков. Отлично! Теперь в полный вперед! Скорость корабля значительно повысится. А если устанете стоять за штурвалом, воспользуйтесь автоматической навигацией. Смотрите, капитан, это же торговое судно. Если пойдем полным ходом, наверняка его нагоним. Найти с купцами общий язык не так уж трудно. Если у тебя при себе мешок с дублонами, ты желанный гость на их судне.